Меня зовут Алексей. Я рад, что вы меня пригласили сюда. Я вообще из Самарского университета, заканчиваю там аспирантуру, и сегодня я немножко постараюсь вкратце, по-быстрому вам рассказать о том, как устроен атом, что, из чего он состоит, чем нам может быть полезен, и какие загадки вообще еще в науке остались о том, что же входит в его состав, как он все работает. Если можно, следующий слайд. Ну, вообще, человечество уже очень давно, с древних времен, вообще на протяжении всей цивилизации своей, трудилось над тем, как же устроен космос, как планеты вращаются, по каким законам друг относительно друга, и Коперник, Галилей и прочие мыслители. Но не менее важным и не менее интересным всегда был вопрос о том, как же устроено то, из чего мы состоим, те вещества, которые входят в состав вот, предметы, которые мы просто в руках держим. То есть это не что-то далекое там в космосе, а вот то, что мы держим в руках. Это атом. И вот Демокрит, древнегреческий ученый, он однажды предположил то, что все в мире состоит из мельчайших частиц. Они неделимы, и он назвал их атомами. Ну, представления Демокрита, они были такие несложные, простые. Он считал то, что одни атомы имеют вид таких крючочков, у других есть зацепки, они между собой вот так цепляются, и поэтому они образуют различные вещества. И долгое время считали атом неделимым. И вот в 1903 году, это совсем недавно, чуть более чем 100 лет назад, Томпсон предположил все-таки, что атом имеет более сложное строение, и он представляет собой положительно заряженный шар, в которые вкреплены электроны, отрицательно заряженные. То есть уже атом можно было поделить, по его представлениям, на какие-то более мельчайшие частицы. Если можно, следующий слайд. Но оказалось потом, что не все так просто, и Томпсон был неправ в итоге, да. И показали это опыты Резерфорда. Что делал Резерфорд? Он альфа-частицами бомбардировал какие-то там вот, например, более тяжелый атом, там, медная пластинка, золотая пластинка и так далее. И что он наблюдал? То, что альфа-частицы проходят сквозь эту пластинку, и он это наблюдал вот по вспышкам, которые были оставлены вот пролетевшими альфа-частицами на пластинке, которая была сделана из сульфида цинка. Вот. Но в то же время вызывало удивление, что некоторые альфа-частицы отклонялись от своей траектории на какие-то углы, и некоторые углы, по теме можно смотреть, да, были даже близки к 180 градусам. То есть альфа-частицы просто отлетали от этой медной фольги. Что это значит? Во-первых, потому что по тем частицам, которые пролетали сквозь эту фольгу, а это большинство, можно судить, что вообще-то атом — это не какая-то заряженная, ну, заряженный шар положительный, а то, что атом пустой. Иначе почему все пролетает сквозь вещество? И еще есть в этом пустом атоме какие-то маленькие частички, совсем маленькие, которые способны отражать, отбрасывать назад эти альфа-частицы. В итоге Резерфорд сделал вывод, что в центре атома находится положительно заряженное ядро, которое частицы отражают, а сам по себе весь атом практически вот, на 90 там, с лишним процентов состоит из пустоты, то есть это пустота. В итоге какой вывод? Резерфорд, можно следующий слайд, как раз и ввел вот эту вот планетарную модель строения атома. Он предположил то, что вокруг положительно заряженного ядра вращаются как планеты в Солнечной системе, отрицательно заряженные электроны. Вот. И все как бы хорошо, отлично. Это хорошо подходило под опыт. Но по законам классической физики, по законам классической электродинамики, когда заряженная частица вращается с каким-то ускорением по замкнутой орбите, она должна обязательно излучать электромагнитное излучение. То есть энергию должна излучать, и в конце концов электрон должен был бы упасть на положительно заряженное ядро. Это вот по законам классической электродинамики. И время жизни атома такого, который жил бы по всем принятым законам, составляло бы 10 минус 8 секунды. То есть вообще атом бы не жил ни одной секунды, представляете? Но, тем не менее, этого не происходит. Мы видим то, что у нас стол никуда не пропадает, когда он там стоит и так далее. В итоге, какой вывод можно было сделать? То, что внутренние процессы, которые в атоме происходят, они не подчиняются законам классической физики. Если можно, следующий слайд.
и немножко попытался прояснить ситуацию. Нильс Бор в 1913 году он решил вообще отойти от законов классической физики и ввел свои постулаты. И сказал, а вот атом, вот электроны в атоме, они живут совсем по-другому. Не так, как мы привыкли, не так, как мы ожидаем от них. Ведут себя по-другому. И вот первый постулат Бора, и он самый такой противоречивый на самом деле. Атомная система может находиться в особых стационарных или квантовых состояниях. И в стационарных состояниях этот атом не излучает. Электрон вращается, ему комфортно, он не излучает. Вот как это объяснить на более таком обывательском уровне, чтобы было понятно? Вот представьте себе, что вот есть трехэтажный дом. Вы с крыши этого дома кидаете вниз мяч. Или там шарик какой-то. Я думаю, что все согласятся с тем, что этот шарик прилетит вот по всей траектории вниз до самой земли и прилетит через все точки, соединяющие эту траекторию. Правильно? И по мере того, как мяч будет падать, его потенциальная энергия будет все время уменьшаться, пока не станет равной нулю. Это по законам классической физики. Но если бы у нас, вот вторая картинка, если бы у нас мяч жил по законам квантовой механики, что бы он делал? Мы посмотрели со стороны, этот мяч вы сбросили с крыши, он в какой-то момент времени оказался бы на третьем этаже, потом пропал, сразу бы оказался на втором, потом на первом и на земле. Вот это называется стационарное состояние. Где-нибудь между первым и вторым этажом мяч никогда находиться не может. В принципе, это ему запрещено. По закону квантовой механики. Вот. Причем вот эти вот три состояния, там три этажа, им отвечают какие-то определенные уровни энергии. Вот. Как электрон в атоме тоже может находиться только на каких-то орбитах, но не между ними. Ну, и этим состоянием может соответствовать только какая-то определенная энергия. Вот эти вот определенные значения энергии дискретные, они называются называется квантованием. То есть энергия квантуется. Само по себе квантование, оно противоречит таким устоявшимся уже предположениям. Можно теперь второй постулат. При переходе атома из одного стационарного состояния там, в другое, излучается либо поглощается энергия. Это все равно, что если бы атом у вас, ну, мяч, завис на уровне первого этажа, пнули его куда-то, сообщили ему энергию, он подлетел на уровень второго этажа. Ну как, пропало, появился там. Вы сообщили ему энергию. А он потом, хоп, со второго опять на первый переместился, и он эту энергию выделил вам же обратно. То есть вы от электрона получите только точно такой же пинок, который вы ему дали, чтобы поднять его наверх. Понятно? Он спускается, и вы получаете эту энергию обратно. Вот это вот суть второго состояния. Вот. Почему есть квантование? Это никому не было понятно. Просто Бор сказал, так есть, и все, пусть так будет. Потом со временем это объяснили. Можно сказать? И возник вопрос, не опровергает ли вот эти вот постулаты Бора, вот эта квантовая механика, классическую физику? Не опровергает, потому что есть принцип соответствия, который гласит о том, что все квантово-механические законы, они в определенных экспериментах очень плавно могут переходить в законы классической физики. И такие эксперименты проведены, и действительно так есть. Там, потом, если будут вопросы, я расскажу, если нет. Вот. И теперь вот про квантовую механику саму по себе. Вообще-то нет смысла говорить о том, что вот электрон в атоме находится вот именно вот в этой области пространства. Мы про это просто сказать не можем. В квантовой механике больше правильно говорить то, что вероятность нахождения электрона вот в этой области пространства составляет такую-то величину. Мы не сможем со 100% вероятностью сказать то, что электрон именно здесь. Потому что понятие вероятности нахождения электрона представляет собой квадрат модуля волновой функции. Волновая функция – это решение уравнения Шрёдингера для той системы, которую мы описываем. Ну, в данном случае атом, в котором есть один электрон. Вот самое простейшее такое представление уравнения Шрёдингера вот на слайде приведено. Вот пси, волновая функция пси, она описывает всю систему в целом. То есть она описывает все возможные положения атома, положения электрона, которые могут приниматься в атоме. То есть вообще абсолютно все, что с ним может произойти. Если мы на эту волновую функцию пси будем действовать какими-то операторами, оператор — это такая буква с крышечкой, которая стоит перед пси, то мы можем получать какое-то значение
от этого новой функции. В данном случае H стрижечка – это оператор энергии, называется гамильтониан. Если мы этим гамильтонианом подействуем на волновую функцию Пси, то на выходе, вы как видите, мы получим E – энергию. Мы получим энергию в системе в какой-то определенный момент времени. Это вот такой математический аппарат, очень такой упрощенный квантовой механики. И еще раз повторю, то, что квадрат модуля волновой функции имеет смысл вероятности нахождения электрона там или в какой-то области пространства. По сути, когда мы говорим о том, что вот вероятность нахождения электрона здесь составляет 90%, это значит то, что 10% времени находится еще где-то. И в квантовой механике принято говорить то, что на самом деле электрон находится не только тут, но и там тоже. Он находится в двух местах одновременно. Как это может быть? А может такое быть? И для того, чтобы ответить, как это может быть, давайте немножечко отвлечемся. Следующий слайд. Вот есть система. Это экран. Это источник вот каких-то частиц. А на пути этих частиц к экрану стоит препятствие, в котором есть две щели. Можно на кнопку вправо. Мы пускаем частицы из этого источника, они долетают до щели. Если там все нормально, это обычные частицы, например, мячики, да, которые вот летят на стену. Естественно, дальше пройдут только те, которые попали вот в эти отверстия. И что мы увидим там на экране? На экране мы увидим, естественно, две полосы, правильно? Тут как бы все понятно. Вот это свойство частицы. А теперь давайте попробуем тот же самый опыт провести с волнами. Это вот второй случай. Вот если мы пускаем волны, что у нас будет? Когда они дойдут до этой щели, они разделятся, да, на две волны. Эти две волны будут между собой взаимодействовать, они будут интерферировать. Если максимум одной волны наложится на максимум другой волны, то мы на экране увидим белую засвеченную полоску. Если минимум с минимумом совпадет, то мы, соответственно, увидим темную полоску. Это понятно, да? Да? Вот. Это вот как два граничных случая. Два граничных случая. Так. Ну хорошо. Давайте следующий слайд. И еще до во всей вот этой истории с атомами было установлено то, что свет, который вот из лампочки, он имеет волновую природу. Видите, свет проходит через две щели, и мы видим на экране не две полоски, да, засвеченные, а целый набор полос. То есть волны интерферируют между собой, и мы видим интерферационную картину. Ну вот, давайте теперь дальше к опыту Юнга. Томас Юнг, он провел следующий опыт. Он не стал спускать вот эти вот электроны, вот прям кучей, а он решил один электрон, одну частичку выпустить из источника. Вот давайте нажмем, она полетит. Ага, полетела. И в итоге на экране вы видели интерферационную картину. Как одна частица может дать интерферационную картину? Ну, то есть вывод очень простой. Мы просто на нее не смотрели. Ну да. Ага. То есть она прошла через обе щели. Через обе щели она проинтерферировала сама с собой и получилась интерферационная картина. Вот. Во втором случае перед щелью поставили наблюдатель, да? Прибор, который регистрирует, через какую же щель пройдет электрон. И вот когда поставили датчик наблюдения, мы увидели только одну полоску. То есть как будто бы электрон сам понял, что за ним наблюдают, и он сделал выбор. Ага, поведу я себя как частица в данном случае. Опыт можно усложнить, его провели. Если мы наблюдатель переместим за эту щель, и как бы электрон еще не знает, наблюдают за ним или нет, когда он пройдет через эту щель. А картина при этом не меняется. То есть электрон, как будто бы пройдя через щель и увидел, что за ним наблюдают, вернулся в прошлое и, значит, сделал выбор в соответствии с тем, что он увидел в будущем. Понимаете? И вообще вот все вот эти состояния, которые могут произойти в данной системе, описываются... Если есть здесь лазер... Да, там. Ну, красиво. Ага. Вот, они описываются как раз этой волновой функции. Эта волновая функция, она описывает квантовую суперпозицию этого электрона в системе. То есть, вообще-то, у электрона есть очень много вероятностей. Он может вообще куда-нибудь туда улететь. Эта волновая функция Пси, она описывает все возможные варианты. Вот. Но как только появляется в системе наблюдатель, он разрушает эту волновую функцию или меняет ее таким образом,
что происходит то или иное событие. Вот в этом заключался опыт Юнга. А самый главный вывод, который был сделан, то что в квантовой механике нарушен принцип причинности. То есть понятное дело, что электрон, как он мог знать, что за ним будут наблюдать. То есть причины со следствием поменялись местами, да? Вот, это загадка. И как раз это и типичное проявление так называемого крепускулярного волнового дуализма, когда один и тот же объект может вести себя и как частица, и как волна, в зависимости от того, наблюдаются они или нет. И главным следствием из принципа корпускулярного волнового дуализма является принцип неопределенности, который был предложен Гейзенбергом. Он гласит о том, что чем точнее измеряется одна характеристика частицы, тем менее точно можно измерить другую. А что это значит? И как это вообще проинтерпретировать, чтобы понять? Вот, например, есть волна. Да? У волны есть какая-то амплитуда, ну или там частота волны. Чтобы узнать эту вот амплитуду или частоту, мы должны пронаблюдать за волной какое-то время, правильно? Пока эта амплитуда меняется. Таким образом, чтобы узнать амплитуду, мы не можем сказать, какое точное время нам на это понадобится. Если мы говорим про то, как мы измеряем амплитуду в какой-то конкретный момент времени, мы не сможем узнать, какая амплитуда. Вот. Именно поэтому мы не сможем никогда поймать электрон. Чем более точно мы будем знать местонахождение электрона, тем менее точно мы будем знать, то с какой скоростью он движется. Или если мы будем знать скорость электрона, мы не сможем сказать, где он. Вот. Это как анекдот, когда одного физика остановил на машине там, ну, там полицейский и сказал, а вы вообще знаете, с какой скоростью вы едете? Он ответил, нет, зато я знаю, где я. Ну, для макрообъектов это не работает, а для электронов работает. И вот решение уравнения Шрёдингера для атома водорода. Что это значит? То, что вероятность нахождения электрона, например, вот на таком расстоянии от ядра, вот очень велико. Вот на таком поменьше. Но и обратите внимание, то, что никогда эта вероятность нахождения электрона не равна нулю. То есть вообще-то электрон у атома водорода может находиться на бесконечном расстоянии от него, там может быть там 1% времени, но когда-то находится. То есть вообще атом водорода бесконечен. Если я его здесь возьму, электрон будет когда-нибудь он на той стороне комнаты летать. Но есть и нули. Вот ноль. Вот этот ноль обозначает то, что вероятность нахождения электрона вот на таком расстоянии от ядра всегда равна нулю. Это называется волновой поверхностью. Никогда он там быть не может. Вот представьте себе ядро. Вокруг него вращается электрон. Он бывает как на бесконечном расстоянии от этого ядра, так и внутри этой граничной поверхности шара. Но никогда не бывает на поверхности этого шара. Как он это делает? Чтобы упростить вопрос. Вот есть двухмерное пространство, квадрат. Эта частичка называется, ну вот этот овал, называется плоскать. Почему плоскать? Потому что он плоский. У него есть только два измерения, x и y. Все. Для него нет понятия там высота или там. Он только вперед-назад может двигаться. Но вот этот вот плоскатик бывает как внутри этого квадрата, так и снаружи этого квадрата. Но никогда границу, волновую поверхность, он не пересекает. Как он это делает? Через третье измерение, наверное. Ну да, правильно. Он просто берет и перескакивает. Он из двухмерного пространства перескакивает в трехмерное и возвращается в двухмерное. Как бы это выглядело со стороны частицы, которая вот тут стоит и наблюдает за этим, если убрать стены? Для нее вот этот плоскатик просто пропал и появился в другом месте. То есть для нее он просто телепортнулся. Вот. То есть в итоге-то получается, что электроны в атомах, они телепортируются. Но для этого они, видимо, переходят в какие-то более высокомерные пространства. Слово такое высокомерное, ну ладно. Более высокомерное пространство, которое мы представить себе не можем. И вообще-то, может быть, в этом высокомерном пространстве он просто находится в одном месте. Мы это все даже вообразить не можем, наверное, никогда не сможем. Жаль. Ну, понятно, да? Да. Вот поэтому идет речь о вероятности. Вероятности. Вот такие вот загадки именно электронов. А теперь давайте перейдем к ядру, положительно заряженному, вокруг которого все это безобразие происходило. Вокруг ядра. Ядро. Установлено то, что ядро состоит из положительно заряженных протонов и не несущих в себе никакого заряда нейтронов.
Вот размер ядра ничтожен по сравнению с размером всего атома. Он очень-очень маленький и в центре. А у него очень большая плотность и маленький размер. Вопрос, что же удерживает положительно заряженные протоны, да, их там может быть несколько, много, вот в таком маленьком объеме пространства? По закону Кулона положительно заряженные частицы должны отталкиваться и вместе никак быть не могут, да? Но вот ответ в том, что в ядре уже действуют ядерные взаимодействия, сильные взаимодействия, они имеют обменную природу. Вот. А чтобы узнать, какова энергия вот этих вот взаимодействий, а энергия очень большая, сразу скажу, поступают следующим образом. В школе учили то, что масса всего атома складывается из массы там, нейтронов, из массы протонов, которые содержатся в ядре. Правильно? И это была масса атома. На самом деле, если мы экспериментально там, узнаем массу ядра, посчитаем теоретически массу этого ядра, все получится не так, как учили в школе. Вот масса, которая получена экспериментально, будет всегда меньше, чем массу, которую мы посчитали теоретически. И вот эта вот штука называется дефектом масс. Чтобы этот дефект масс узнать количественно, ну мы просто от этого отнимем вот это и получим какое-то число, правильно? Это вот как раз дефект масс, если по законам Штейна мы переведем его в энергию, умножить на c квадрат, мы получим энергию связи. Это энергия связи, благодаря которой положительно заряженные протоны удерживаются в ядре, и благодаря этой энергии связи преодолевается кулоновское отталкивание. Так вот, если мы посчитаем энергию связи для ядра гелия, я немножко посчитал, она получается 28,3 мегаэлектрон-вольт. Это огромная величина. То есть для образования 1 грамма гелия, газа, при образовании 1 грамма, выделяется энергия, которая выделилась бы при сжигании одного вагона каменного угля. То есть несопоставимо, да? Вот, то есть такая именно вот огромная энергия вот этих вот ядерных взаимодействий. Вот все ядра легких химических элементов, а легкие это которые вот в школе все проходили, кислород там и так далее, и так далее. Вот эта энергия очень велика, и она позволяет быть этому ядру стабильным. Но если мы переходим к каким-то тяжелым элементам, это уран, нептуний, плутоний, который уже находится в самом низу периодической системы, то есть там число протонов настолько велико, что нейтронов уже просто не хватает. И вот эти вот кулоновское отталкивание, оно превышает силу вот этого ядерного связывания. И поэтому такие ядра являются неустойчивыми. Они самопроизвольно любят распадаться. Это называется радиоактивность. Поэтому вот есть два пути ядерных реакций. Первый путь, когда у нас легкие ядра сливаются в более тяжелые. Это как, например, два водорода на Солнце. Что происходит? Два водорода вместе, термоядерный синтез происходит, образует ядро гелия. При этом выделяется колоссальная энергия в виде радиации. Четыре же. Ядра водорода. Гелия 4, атомная масса вроде. Атомная масса, да, заряд ядра 2. Заряд ядра 2. У каждого водорода по одному протону. Два протона вместе, получается два протона. А откуда еще два нейтрона берутся? Хороший вопрос. Но дело в том, что если бы соединились 4 водорода, но гелия не получили. И второй путь – это деление тяжелых ядер на более легкие. Этот процесс на Солнышке происходит, а вот по поводу деления, вот делением любят заниматься радиоактивные атомы. Вот о них мы и поговорим дальше. И вот такими ядерными реакциями заинтересовались в 40-х годах прошлого века. И синтезом вот тяжелых элементов радиоактивных начали активно заниматься ученые из Советского Союза, из Америки. Причем это была такая конкуренция. И вот принято считать то, что все-таки первый термоядерный синтез был осуществлен в США Макмиллоном и Адлисоном. Они из уран-238 получили нептуний-239. Они облучали уран-нейтронами, при этом выделялось гамма-излучение и образовывались тяжелые трансурановые элементы. И в том же самом году, в 40-м, школой Сиберга был синтезирован плутоний из урана таким же образом. В
Вот. Ну, вопрос спорный, на самом деле, кто это сделал вперед. Мы, наверное, уже никогда не узнаем, но вот общепринятым считается только США. Вот. И вообще синтез трансформовых элементов, он сопряжен с большими трудностями. Потому что, если мы хотим получить как можно более тяжелые атомы, мы должны бомбардировать вот эту вот мишень как можно более тяжелыми частицами. Если вот нейтрон, дейтерий, там, это легкие частицы, то сейчас уже научились разгонять частицы тяжелые, такие, например, как ядра атомов углерода. То есть там уже другие скорости, другие энергии нужны. Вот в этом, этим как раз и занимаются на всяких коллайдерах и прочих штуках. Так. Причем время жизни вот этих вот радиоактивных элементов могут составлять от долей секунд до 10 секунд, там, может быть, 3 минуты. Нужно очень быстро-быстро-быстро изучить их химические свойства. Таким образом. Так вот, эти радиоактивные атомы, чем они полезны, которые мало живут? А тем, что они, распадаясь, выделяют энергию, которую человек может использовать в своих каких-то целях. Вот что происходит, например, в том же самом атомном реакторе. Да? Один неустойчивый, нестабильный атом облучается нейтроном, и под действием этого нейтрона, который поглощается ядром, ядро становится неустойчивым и самопроизвольно распадается на два более легких ядра, и при этом выделяется еще два нейтрона. Эти два нейтрона попадают в следующие два атома-мишени. Те еще выделяют, и еще. Эта вот реакция идет до бесконечности, она цепная. То есть она, ее скорость увеличивается лавинообразно. И если не контролировать такую реакцию, то она в конце концов, конечно же, приведет ко взрыву. И такие примеры есть. Что же при этом происходит? Вот одним из таких вот атомов, которые используются в ядерных реакторах, является изотоп урана-235. Он облучается нейтронами. При этом протекает цепочка ядерных превращений, в результате которых получается плутоний-236. Вот у него период полураспада 24 тысячи лет. Это значит то, что за 24 тысячи лет половина ядер только распадется. А чтобы весь плутоний распался, нужно 48 тысяч лет. И он будет лежать, фонить и никому никакой радости не доставлять. Поэтому нужно как-то от этого избавляться. Либо перерабатывать эти отходы, либо куда-то их прятать. Делается на самом деле и то, и то. И вот процесс как раз переработки и процесс улучшения качества переработки ядерных отходов, это, наверное, одна из главных задач химии актинидов, радиохимии на сегодняшний момент, потому что никто толком еще не знает. Большую часть переработать не удается, ее просто ее подвергают захоронению. То есть где-то прячут глубоко под водой, глубоко под землей, с тем, чтобы прошло 48 тысяч лет, там все станет хорошо. А почему 48 тысяч лет? Да, через 48 тысяч лет распадется 3 четверти, потом 7/8. То есть наверняка плутоний существует больше, чем 48 тысяч лет. Откуда он взялся сегодня? А откуда он взялся сегодня плутоний? Его искусственно синтезируют. Если у нас плутоний был на планете, его период полураспада просто... За это время он уже просто весь распался. И уран-то был раньше, другие изотопы, но просто вот у 238-го, который сейчас, почему его больше всего? Потому что у него период полураспада чуть больше, чем половина существования нашей планеты. А может быть, трансураны были когда-то, просто они уже успели все распасться. Ну, то есть... На свинец, на висмут. То есть точно за 48 тысяч лет он распадется полностью? Нет. Нет, не точно. Период полураспада — это то время, за которое распадается половина ядер радиоактивных. Господа, давайте вопрос зададим после выступления. Так, как работает атомный реактор? Ну, из обогащенного урана, да, который добывают где-то на рудниках, избавляются от всего лишнего слабо радиоактивного урана-238, оставляют там 235, и из него изготавливают стержни. Вот эти вот стержни, их называют твеллы, тепловыделяющие элементы. Вот эти твеллы заключают в графитовые либо в гафниевые кожухи, потому что когда они облучаются нейтронами, лучше всего процессы более контролируемые идут, когда нейтроны чем-то замедлены, как раз вот графитом.
Если эта реакция уже идет неконтролируемо, то есть выделяется много энергии, много теплоты, и вот-вот сейчас все расплавится и взорвется, погружают в атомный реактор еще графитовые углеродные стержни, которые замедляют нейтроны, тем самым можно контролировать скорость процесса. Вот. Ну, по действиям теплоты, которая выделяется, нагревается вода, превращается в пар, вращается турбина, получаем электричество и так далее. Естественно, вода, которая там в качестве отхода, она радиоактивная, она там проходит несколько кругов очистки и так далее. Вот это вот такой общая суть атомного реактора. Это вот как раз использование ядерной энергии в мирных целях. Есть еще такое понятие, как военный атом. Но понятно, да? Не надо. Я не включал план своего. Вот. Как выглядит ДВЭЛ, тепловыделяющий элемент? А вот так. Это натуральная величина. Я сам фотографировал в закрытом городе Железногорск. Там. Ну, там, в общем, хранят в горе, хранят ядерные отходы. Там есть хранилище специальное, там завод стоит. Главное, когда отходы хранятся, они под действием своего собственного распада выделяют энергию, поэтому нужно охлаждать. Либо поэтому хранят погруженную в жидкость какую-то воду, либо охлаждаются воздухом. Это панель управления первым атомным реактором, который был в СССР сделан. Сейчас он стоит в музее, вот мне удалось только сфотографировать его. Сохранение. Где отходы хоронят? Ну, как видите, по всей планете область сохранения очень велика. Хранилище. Кстати, вот то хранилище, на котором я фотографировал, оно находится примерно вот здесь. Почему там здесь не отмечено? Да. Да. И что же все привело? На самом деле, знаменитая Чернобыльская авария, она была не первая. Самый первый казус в этой области, он произошел в 49-м году. Это вот первое загрязнение природного источника, река Течи, которая до сих пор радиоактивна. Есть такое производственное объединение «Маяк», которое занимается переработкой ядерных отходов. Вот там возникла какая-то ситуация, когда просто не подрасчитали, что такое количество отходов будет, их просто некуда уже было прятать. И поэтому руководство, тогда еще не зная, да, что оно делает, под руководством Берии приняло решение просто слить это все в речку. Речка не очищена до сих пор. Потом была в 57-м Кыштымская авария, а потом уже пошел Чернобыль там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, если я уложился, то в своей лекции, как вы видите, я попытался понять, как устроен, рассказать вам, что мы понимаем под устройством атомов, что нам это может дать хорошего, что может быть плохого. Спасибо, что выслушали.